Красноярский детский реаниматолог чуть не погиб во время отдыха в Сочинской Красной Поляне. Он катался на сноуборде, внезапно в него врезался ребенок, после чего мужчина вылетел с трассы и увяз в сугробе. Выбраться самостоятельно из него он не смог, слишком крутой был склон, много снега, еще и густой кустарник осложнял дело. В итоге мужчина выбился из сил и начал замерзать. Он позвонил спасателям, и они тут же помчались к нему на помощь. Но проехать в это место на снегоходе и даже прилететь на вертолете оказалось невозможно. До пострадавшего шли пешком. В поисках помогла геолокация в одном из приложений. Местные спасатели постоянно держали связь с красноярцем. Если бы у него не было с собой телефона, то поиски начались бы, скорее всего, только вечером, когда его родственники обнаружили, что он не приехал в отель, либо в номер. И точно так же, если бы он даже позвонил нам, но после этого у него сел телефон, так как была маленькая зарядка, допустим, то поиски бы могли очень сильно усложниться. Рельеф здесь достаточно обманчивый, по нему можно ходить очень долго, и вряд ли куда-то можно выйти, если не знаешь территорию. Уставшего и замерзшего мужчину нашли на северном склоне хребта Аибга в районе Сулимовского ручья. Его напоили горячим чаем, потом проложили путь к дороге и довезли до личного автомобиля пострадавшего. К счастью, медицинская помощь ему не потребовалась, и он уехал с курорта самостоятельно. Мы связались с ним, он оказался лаконичен, подробностей происшествия сообщать не стал, лишь поблагодарил спасателей и отметил их оперативность. Его спасли всего за 45 минут.